Детский сад и школа в одном здании. Получать знания дети из Кузоватова начинают уже в младшей группе. В понедельник и среду театральная студия. О чем говорят на репетициях, можно сразу не понять. Постановки не только на русском, но и на английском и немецком языках. Сейчас малыши учат сказку «Белоснежка». Семь гномиков, дошколята. А вот сама принцесса учится в 5 классе. Я думаю, что это очень полезно и для ребят, и для старших, и для младших тоже, потому что все время видеть только учительницу перед глазами, деткам не так интересно. А когда приходят вот ребята уже из школы, они такие, ну, заинтересованы, конечно, им еще больше хочется стараться, им хочется показать свои способности перед старшими. После репетиции бассейн. Плавать ребята учатся с 4 лет. Под руководством воспитателя выполняют упражнения, пробуют разные стили – кроль, брас, тренируются держаться на воде. И так несколько раз в неделю. Пока дошколята плавают, первоклассники растят цветы, собирают роботов, получают радугу в стакане. В малышковой академии с детьми работают по модулям – химия, физика, астрономия. Детям интересно экспериментировать, понимать на практике, как устроен окружающий мир. На занятия ходят группами по 10-15 человек. Когда у нас был модуль химии, мы создавали проекты и по выращиванию кристаллов, и выращивали пушистые рифы, и делали полимерных червей. То есть все, что детям наиболее интересно. И захватывающе. В школе учатся 700 детей. Каждый может выбрать любое хобби, будь то шахматы или волейбол. Дополнительное образование пришло в село по федеральной программе. По ней же закупили инвентарь, микроскопы, пробирки, спасательные круги в бассейн. Все ради одной главной цели. Расти детей, которые будут любить школу, любить учиться, любить свою родину обязательно, которые будут умными, добрыми, умелыми и которые обязательно в будущем будут успешными. По данным профильного министерства, за 2021 год 150 тысяч детей получают дополнительное образование. Это 94% от всех ребятишек Ульяновской области. Александра Никитина, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.